К созданию этого фильма побудила встреча с писателем Денисом Осокиным. Это замечательный российский писатель, который живет в городе Казань на Волге. Так получилось, что мы с ним встретились, подружились, и он написал для меня 5 сценариев, которые я предлагал продюсерам. И вот этот сценарий продюсер Игорь Мишин выбрал для своего, для своей первой большой работы. Il film è nato dal mio incontro con lo scrittore russo Denis Osokin, è uno scrittore che vive nella città di Kazan, sul fiume Volga. Ci siamo incontrati, siamo diventati amici e lui ha scritto per me 5 sceneggiature, di cui il produttore, delle quali il produttore Igor Mishin ha scelto una per farne un film. Я первый раз с Алексеем встречаюсь в работе, а он со мной первый раз встречается в работе. Есть такие режиссеры, такие энергичные, даже истеричные, им что-то не нравится. Актер текст забыл, например, там, или не туда пошел, не в ту сторону. Ну, то у Алексея сниматься было, ну, не только удовольствие, но и счастье, потому что с таким режиссером очень приятно работать. Потому что он что-то видит сквозь тебя, чего ты сам не видишь. И так плавненько что-то такое подсказывает, и тихим-тихим голосом таким. Ну, я, во всяком случае, во время съемок не помню ни одной сцены, когда бы кто-то очень нервничал, очень злился и так далее. Так что, как с режиссером с ним работать, очень здорово. È stato un dittatore terribile, ci ha fatto lavorare tantissimo. No, la verità è diversa, è che per me è stata la prima volta, abbiamo lavorato con lui per la prima volta ci sono tanti registi che sono degli esseri molto energetici ma anche un po' isterici e quando si innervosiscono se l'attore non si ricorda qualcosa o se in un momento scompare. Ma Alexei non era così. Lui sembra di vedere in te quello che forse tu stesso non percepisci. E lui lo tira fuori parlando sempre con questa sua voce molto suave, molto, molto dolce. Quindi è stato non solo un piacere ma lavorare con lui, ma proprio un momento di grande felicità per me. Non mi ricordo nessun momento in cui durante le prese ci fosse un momento di nervosità. Non c'è proprio stato. Я когда проводил кастинг, то искал не актеров, которые могут сыграть роль Аиста и Мирона, а я искал Аиста и Мирона. И поэтому действительно я здесь очень близко к документальному, потому что мне к документальному кино, потому что особых усилий и ухищрений сделать роль не было. Мы снимали вот Аиста Сергеева и Мирона Зайцева. Какие они есть? Quando facevo il casting per questo film, io non stavo cercando degli attori che avrebbero potuto recitare il ruolo di Aist e di Miron. No, io cercavo Aist e Miron. Quindi, avendoli trovati, per me è stato molto semplice filmarli. Но в этом-то была и сложность, потому что мы актеры, нам хочется что-то сыграть обязательно. Но здесь материал не предполагал что-то играть. Надо было быть достоверным, как можно достовернее, как можно ближе к жизни. Ma in questo per noi c'è stata una difficoltà, perché in quanto attori noi siamo abituati a recitare, mentre qua l'unica cosa che serviva era l'autenticità, essere il più autentico possibile, il più vicino alla vita. Опа, страшно.